Здравия желаю, с вами Командор Вэлл, well, и это гайд, касающийся менеджеров, или менеджмента в Тропико 5. Игра у нас Тропико 5. И да, предупреждаю вас, если я забуду случайно упомянуть про какого-то менеджера, вообще про него рассказать, то в целом ничего страшного, и вы это сейчас, наверное, поймете. Потому что главное это знать основной принцип менеджеров, в том, что они выходят из понятия экономики и человека ресурсов. И в целом они неэффективны. И да, мы не говорим про членов династии. Менеджеры, как э, члены династии. Вот они эффективны, и, конечно же, они стоят того. А вот просто люди нет почти всегда. За там редким исключением, и нужно их правильно применять. Сейчас, да, начнем с этого, и вы поймете, почему. Итак, когда вы нанимаете менеджера, если вот нанять любого менеджера, ну давайте, допустим, агитатору, агитатор, то он вышел, вот этот вот агитатор, этот менеджер, из понятия человека ресурсов на вашем острове, и он занимается только менеджментом здесь. При этом, да, давайте более понятнее объясню. Грубо говоря, если я, ну не грубо говоря, а точно говоря, если, допустим, во всех вот этих конторах дальнобойщиков, которых сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь человек. Если я в 16 конторах дальнобойщиков найму менеджеров, то фактически я закрыл. Вот так вот показываю. Две конторы дальнобойщиков. Почему я их закрыл? Потому что они должны, эти люди, эти менеджеры, уйти. Ну вот этот, ну лучше вот на примере агента. Вот он полицейский. Соответственно, он уйдет с места работы полицейского и придет сюда как менеджером работать. При этом он не будет как рабочий считаться, он будет считаться чисто как менеджер, который дает этот бонус. И все. И работать он не будет. Да? Вот в чем фишка менеджеров. Надеюсь, понятно, объяснил. Я об этом очень часто говорю. И даже есть конституционный принцип, сейчас объясню. Я допускал ошибку, что здания с менеджерами дают бонус к эффективности 10. Ребят, свободный рынок дает эффективность плюс 25 на все здания. <свят> не бюджет сильнее влияет на эффективность строительства, а бюджет увеличивает эффективность в два раза. Но вот сейчас бюджет 25, если вот сменить, я вам могу даже продемонстрировать, мне же не сложно, если заменить на... Свободный рынок бюджет стал 50 эффективности давать. Вот в чем фишка. А раньше я думал из-за неправильного описания, что только на бюро строительства как-то там влияет вот этот вот бюджет, а не вот этот бюджет. Не, 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 не. Он просто влияет на эффективность здания и это лучший конституционный принцип, а плановая экономика фигня. Ну и вообще менеджеры в принципе фигня получается из-за того, что они уходят из понятия рабочей силы. Можно еще, да, в Альманах зайти? Ша. Видите, население делится на неработоспособные, работающие, учащиеся, учащиеся временно нетрудоспособные считаются, между прочим, как я установил. И вот менеджеры, даже где-то есть, по-моему, отдельная графа, вот, менеджеры без работы. Так вот, менеджеры, да, как отдельная графа, они тоже перестанут, с, ну, они как бы будут работающими, но как менеджеры, которые дают определенный бонус, но на работу ходить не будут. Вот в чем проблема. И это, да, неэффективно, если вот заметить. Но ну, вот одна гидропоника дает рабочий, видите, 53 к эффективности. А есть, ну, сейчас, да, на вскидку быстренько найду этого. Там, по-моему, магнат. Эффективность при максимальном бюджете плюс 10. То есть мы одного рабочего потеряем. И он будет, ну, допустим, в 6 гидропонок мы закинем вот этих вот магнатов, и они только окупят одного рабочего, прибавив 10 эффективности. Но при этом мы потратили, мы, мы бы могли вместо вот этих вот 10 менеджеров, о, извините, 10, места, вместо 6 менеджеров построить лишнюю гидропонку. И все, и тогда бы гидропонка выдавала бы вот эту вот эффективность сразу в 256. Ну, допустим, да, здесь в 256. Вот такая вот балалайка менеджмента, почему он неэффективен. За исключением, да, и сейчас буду пытаться объяснить, когда их можно вообще применять. Хотя, еще раз да, напомню, есть члены династии, которые вам могут э, помочь в этом. Ладно, начнем с менеджеров по порядку. Итак, первый менеджер, который у меня здесь есть, это зеленый. Красота поблизости увеличилась на 10. И вот это интересный менеджер, которого можно использовать. Потому что если вот сделать корпус таверн, или даже лучше сказать не корпус, а центр, большущий таверн, где их много, вот эта вот красота поблизости десяточка, может окупать себя. Почему? Потому что красота дает бонус до плюс 25, а я могу здесь, например, построить больше таверн. Это у нас... Сейчас покажу. Малые сады. Да, малые сады, конечно, бесплатно дают красоту и увеличивают эффективность. Но с другой стороны у нас тут э, телебашни, а у них определенный радиус, ну вот, вот эти вот телебашни, сейчас покажу на примере таверны, дают тоже улучшенную эффективность. И лучше больше таверн настроить и за счет менеджера повысить красоту. Тогда ты сможешь больше, на больше зданий кинуть бонус, во-первых, дома моды, во-вторых, телестанции. И это, да, эффективное будет использование менеджеров. И потому что вот этот вот, да, здесь неправильно стоит, вот этот вот менеджер зеленый увеличивает красоту. Это даже на 20. А, ну это да, третьего уровня. Да, сейчас даже это объясню, как третьего уровня получать и четвертого. Ибо он увеличивает в радиусе красоту. Давайте с первым менеджером покончили. И вообще, в принципе, менеджеры эффективны только те, которые дают бонус по площади, за редким исключением и только для некоторых ситуаций. Сейчас объясню тоже, скоро. Для каких? Так, я галочку просто ставлю, чтобы я четко по порядку рассказал и не забыл ни про какого менеджера. Да, естественно, я подготовился к гайду перед тем, как его запилить. Постарался. Хоть он все равно на коленках сделан. Да, приходится снижать качество. Потому что таковы реалии современности. Немножечко пожалуюсь даже в самом гайде. Ха. Так вот, про указ. Перепись. Когда вы сделаете перепись, вы сможете найти менеджеров до четвертого уровня. Я точно находил вот здесь вот. Вот сейчас, да, можно найти второго уровня, но так себе эта перепись, не рекомендую ее делать. Это вроде 10 тысяч баксов требует, а в основном вы находите менеджеров второго уровня, и в любом случае даже со вторым уровнем они почти все нерациональные, даже с пятым уровнем из людей, из простого населения, они все равно себя обычно не оправдывают. Так что только так побаловаться. Хотя некоторые менеджеры, да, повторю, эффективны. Но сейчас перейдем к следующему типу менеджеров. Ну и вы сейчас поймете, когда и при каких ситуациях, надеюсь. Следующий это должен быть агент. Сейчас мы его найдем. Вот он, агент. Обнаруживает скрытые роли рабочих в здании 20% человек. Я так понимаю, есть в Альманахе, я так понимаю. Менеджер, конечно, этот тупой, можно на него сразу забить. Есть такая категория, сейчас мы ее... То ли во фракциях, Я ее найду все-таки где-то есть. Я очень редко этим пользуюсь. А вот здесь, да, в населении. Да, прошу простить меня за такой немножечко затянутый гайд. Ну, я уже про это сказал на коленках. Так вот, особые граждане это криминальные авторитеты, лидеры фракций и повстанцы. Я так подозреваю, что вот этот агент обнаруживает их. Но, возможно, обнаруживает скрытые роли рабочих, он видит менеджеров. Начинает опознавать менеджеров дополнительных. Но так как менеджеры в целом фигня, а вы потратите... Ну, человек выйдет из понятия трудовых ресурсов, лучше его отправить на плантацию, допустим. И он хотя бы деньги будет точно приносить. Короче, это вафля, агент. Вот так вот. Галочку себе поставил. Идем дальше, как раз да. Агидатор агитатор, ахитатор и всякое другое коверканье этого слова. Так вот, агитатор увеличивает одобрение режима со стороны рабочих. Я так понимаю, что вот это вот одобрение, тем самым люди будут тебя поддерживать лучше. Либо, раз написано среди рабочих, это, допустим, вот здесь на фабрике они иногда устраивают забастовки, и в связи с этим они будут меньше бастовать если вы будете агитатора брать. Но с другой стороны, вот у меня специальная армия здесь находится, и в случае забастовки ее быстро ликвидируют, на эту забастовку. Так что агитатор, на мой взгляд, фигня, и даже вот то, что он увеличит чуть-чуть одобрение со стороны вот этих вот рабочих, тоже того не стоит, потому что вы можете лучше церковь построить, ведь в церкви, ну или там в больничке, тоже нужны люди, которые будут э, ее обслуживать. А так вы потеряете человека ресурс. Повторю еще раз: ну, либо вот да, больничку. Вы потеряли человека ресурс, из больнички все. Вот здесь теперь не работает. Соответственно, эффективность уменьшилась, и количество обслуживаемых людей тоже. И э, таким образом уменьшилось одобрение. Так что вон. Даже могу вам нанять и показать. Мне несложно. сложно. да? Ну да, ничего не дал. Чисто вот этот вот. Если просто... А, да, карамба. Ну вот здесь можно будет до да, уровень одобрения смотреть. Только на это, скорее всего, и повлияло. Короче, вафля. Вот что я вам могу сказать. Так же, как и конституционный принцип плановой экономика. Дальше. Я вам должен рассказать про администратора. Да, вот этого администратора. Максимальное число обслуживаемых клиентов увеличилось на 10%. Вот здесь, я думаю, что можно иногда применять. Сейчас, да, подождите. Кафедралочка это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек. При апгрейде это до 800 человек. До 800 человек он может обслужить. Конечно, лучше вообще построить. Ну, один человек обслуживает 100. Соответственно, если построить еще один собор, то он сможет обслуживать все-таки больше людей, этот менеджер, если он будет работать в этом кафедральном соборе. Но, с другой стороны, увеличится на 80 человек именно в этом. И в связи с тем, что люди ходят в конкретную церковь, вы можете, если будет недостаток, ну как сказать, чтобы меньше, ну... Здесь, да, на жилом, наверное. Но здесь я нифига себе, сколько соборов поставил. Так вот, люди-то ходят в конкретные соборы, да, из домов. Ну или не обязательно из домов. И чтобы уменьшить их логистические маршруты, можно применять этого менеджера, чтобы в эту церковь помещалось больше людей. Вот, и они не ходили вот в эту, например, церковь, уменьшив им затраты на хождение. Вот так можно делать, в этом есть некий смысл. Но только вот где-то в церквях и некоторых других подобных зданиях, чтобы был толк от увеличения количества возможных посетителей. Потому что в таверне, если вы увеличите на 5 человек, то 55 против обычного обслуживания 15. Это ни о чем. Проще, ну, грубо говоря, вы в три таверни, три таверны, извините, исковеркал язык, закинули вот этих вот администраторов и увеличили количество посетителей на 15. Но проще поставить еще одну таверну, и они там будут, вот эти вот менеджеры, там работать, как обычные рабочие, и тем самым посетителей будет 50 обслуживать. Ну, понимаете, да? Что рациональнее? Ну, еще и деньги получать. Ну, хотя, да, с увеличенного количества людей тоже будут получать. Но понятно, что рациональнее. Конечно, рациональнее построить лишнюю таверну, чтобы там они работали и обслужили 50 человек, а не увеличить количество обслуживаемых в одной таверне. Вот. Это нужно понимать. Надеюсь, понятно объяснил. Дальше. Есть администратор... Эффективность здания увеличилась на плюс 5. Когда у вас не будут э, готовы еще члены династии, вы можете пользоваться этим администратором, например, в аптеках. Или сейчас, я здесь навряд ли найду, а, ну а может найду. Но давайте на примере пока что аптекарской компании объясню. Аптекарская компания дает полностью натур... Э, нет, извините, местный рынок сбыта, да. Местный рынок сбыта. Увеличивать эффективность клиник и больниц на весь остров. Пассивный бонус повышения. Можно сейчас я найду, где эта больничка. Вот, видите, местный рынок сбыта. Улучшение аптекарской компании. Еще, если вы не сможете построить сразу две аптеки, вы можете кинуть туда, ну или даже три аптеки лучше, с учетом возможности забастовки, вы можете туда кинуть финансиста. Если вы увеличите эффективность здания, то она будет больше... Там написано, не верьте вот этому полностью описанию, что не более 20 за каждую на 20, на 20. Не-не-не-не-не-не-не, не на 20. 20 это базовое значение, скорее вот так они имели в виду. Но если ваша эффективность будет вот 143, то реальная эффективность с одной аптекарской компании э, будет уже на 40 больше, ну, грубо говоря, не хочу сейчас да, считать, 30 эффективность. Соответственно, пока вы не можете построить все аптекарские компании, ну, три лучше. Или даже четыре аптекарские компании, чтобы если одна закрылась или там нехватка рабочих мест, то они бонус э, продолжали этот э, давать. Именно 40. Да, бесперебойно. Так вот, пока вы не можете это сделать, Достаточное количество аптек. Чтобы они бесперебойно увеличивали эффективность всех больниц. Вы можете кинуть туда менеджера, и эффективность чуть будет выше. Вот этот вот глобальный бонус на все больницы. Это стоит того. Еще есть э, автозавод. Я его сейчас строить здесь не буду. Но я про это в других гайдах говорил. Автозавод. Там есть бонус сельхозтехники, который распространяется на плантации. Действует он по тому же принципу, как и аптеки. Если там не будет хватать одного человека и всякое вот такое, то, соответственно, бонус от сельхозтехники будет падать. И пока вы не сможете там построить кучу автозаводов, вы можете этим воспользоваться. Да, повышением эффективности значит, получите бонус на все плантации. А так как у меня обычно плантационная экономика, и у вас тоже она будет, ну, наверное, в любом случае, до определенного момента, когда вы сможете настроить кучу фабрик и перейти на нормальные экономические рельсы, то этот менеджер может вам службу сделать. Хоть и он будет экономически, как человек-ресурс, не очень хорошо использоваться. Но за счет вот этого глобального бонуса увеличения это рационально, в общем-то. Сейчас я постараюсь найти здесь таможню, вот к этому я не был готов, потому что таможня, чем выше таможня, точнее, не выше таможня, извините, а лучше работает таможня, чем вот она, чем эффективнее. Также есть вот он, сухой док в том числе. Тоже скоро другой показатель качества работы. Скажу про него, про этот показатель. Расскажу. Так вот, с, таможня, избежание двойного назначения, снижает цены импортируемого товара. Или взять, если сухой док, который повышает скорость всех торговых судов. Чем лучше они работают, чем вот больше вот здесь вот эффективность, тем больше они дают этого бонуса. Торговля — это время путешествия, видите, у меня здесь два месяца. А если... Ну, здесь один месяц. Если снизить сильно... Не, вроде даже можно за один месяц это у меня, но потом сравним в другом сейве, если я не забуду. Можно за один месяц. Если у меня будут полностью заняты рабочие места и максимальная эффективность, то тогда торговые суда будут быстрее ездить. Соответственно, вы быстрее получать прибыль, разгружать вообще порты и все чики-пуки. Или если взять таможню, которая снижает цены импортируемого товара то она будет, вот эта вот, цена еще ниже. А так она, по-моему, должна быть выше, чем ваша цена по умолчанию, вроде 220, если это кукуруза. Ну, ориентировочно, чуть выше, чем ваша э, э, цена на продажу. Если у торгового маршрута, у которого нет лимита, как у Куба, а если построить таможню, то, ну и еще тот апгрейд провести, то тогда цена будет меньше, чем ваша стандартная. И вы сможете применить стратегию перекупа. А так как этот бонус глобальный, чем выше, ну давайте вот, видите, 164 менеджера сейчас закинем. 156. За счет того, что мы снизили цену на импорт, где-то там на 5%. Да, ладно, считать не буду на 5, на 2, на 3, но все равно это значительно по всей закупочной системе. Тем самым он себя будет окупать, если вы будете очень активно торговать. Если вы активно торговать не будете, ну тогда да, наверное, нет особого смысла. Но вот на такие здания, пока у вас нет членов династии, есть смысл кидать, чтобы они максимально эффективно отрабатывали свой глобальный бонус. Но только на глобальный бонус и если... Ну, таможня она в единственном экземпляре, поэтому да, туда нужно только, можно менеджера кидать. А вот этот бонус аптекарских компаний или автозаводов, он распространяется в случае, если несколько аптек, то они друг друга как бы перекрывают, ну, складываются до 40 максимального вот этого вот бонуса. Соответственно, туда менеджеров не надо будет кидать, чтобы не убивать человека ресурсы. Причем, если это еще и с высшим образованием человека ресурсы, на которые вы затратили время на обучение, то это еще тупее. Чем не... если это необразованный человек, который. Ну, ладно, здесь средняя школа. Сейчас найдем необразованных. А, необразованных здесь. Да, чем просто необразованный человек. На, все-таки. Колледж вы тратите время на воспитание, да? Тратите бюджет и деньги. Вот. По поводу менеджеров-то. Дальше. У нас идет альтруист. Где он-то? Вот он, альтруист. Богатство рабочих в здании увеличилось на 20%. Во вообще, считаю, можно не применять, потому что это вот на вот это работает, на деньги не пахнут. Увеличивают вот это вот благосостояние. Ну вот кофе сейчас благосостояние преуспевающее у рабочих. Ну вот выделили. Сейчас, может быть, время нужно, чтобы он даже этого бонуса не дал. 20 этих процентов. Но должен на благосостояние, да? Богатство. На вот это вот благосостояние повлиять. При этом он им не дал следующий уровень до богатых. Поэтому, да, полная фигня, даже не хочу обсуждать. Хотя, ладно, да, постараюсь объяснить, это нужно, ну, для чего повышать богатство. Хотя, если вы будете максимальный бюджет давать, то они, в общем-то, будут богатые, ваши граждане. Но нужно для того, чтобы они смогли проживать, например, в домах или же Посещать дельтапланный клуб, потому что там требуемое богатство богатый. Вот. Требуемое благосостояние богатчи. Туда, э, туда могут направиться и посещать, ибо у них не хватит денег на это развлечение. Вот для чего это нужно, но оно кривое все равно. Повторю, проще по ипотеке, проще сделать э, указ где он там, субсидирование. И преуспевающие в том числе смогут там жить, а при максимальном бюджете даже с плантацией люди смогут себе позволить проживать в обычных домах. И, соответственно, никаких особых проблем нет. Ну и есть для совсем бедных, можно делать, например, фазенды. Так что лабуда, назовем это так. Ладно, идем дальше. Тем более, немножечко, пожалуй, задержался. Надо ускоряться. Арендатор. Качество жилья. Ну, давайте. Ну, хотя тут и так качество соточка, но в целом... Он бьет по площади. Сейчас, наверное... Вот этот арендатор. А, да, может быть, он не сразу. Будет действовать. Вот в чем, чем фишка, пока он не доедет, он типа бонус не будет давать. Вот этот вот альтруист. А может и нет, ладно, пофиг. Не буду даже проверять, повторю, это полная лажа. Так вот, ну, качество у нас уже соточка, поэтому выше подняться не, не может. Но вообще. Арендаторов есть смысл. Вместе с общиной помощью, плюс есть баг на этот счет. Ну, я говорил в гайде про жилье ну, баг или фишечка, но я считаю это багом. Так вот, из-за того, что он дает бонус по площади, можно в жилых комплексах, где есть достаточное количество домов, кидать вот этого арендатора в церкви, чтобы они вместе качество жилья увеличивали, но, опять же, до определенного момента. Вот в чем фишка вот этого арендатора, но особо, да, с этим запариваться не рекомендую. Я и без менеджеров Вообще работаю. Ну, за исключением членов династии, и на максималке спокойно выживаю. При этом даже одобрение 90 могу добиться, и с максимальным уровнем чрезвычайных ситуаций, происшествий, стихийных бедствий. Так, дальше я вам должен показать бригадира. Сейчас найдем бригадира. Здесь должен быть. Эффективность увеличилась, а качество работы уменьшилось на 10. Покажу, что это обозначает. Эффективность она влияет вот 241. Пожалуй, найдем плантацию. Да, здесь будет на плантации лучше видно. Эффективность влияет на выпуск продукции, а где оно качество работы влияет на желание идти именно в это место работы. Но почти у всех оно одинаковое, но здесь, да, соточка. Но так как здесь образование средняя школа требуется, проблем необразованным это не создаст плантации. Но там, где качество работы будет 100, соответственно, туда будут прибегать. Вот на примере, опять же, гидропоники, видите, полностью забита почти что гидропонка, просто людей уже не хватает, у меня слишком много зданий, надо бы оптимизировать, но мне эта игра не понравилась. Проще мне новую начать. А если взять сухой док, то смотрите, здесь качество работы 90, но не хватает трех человек. Почему? Потому что качество работы меньше, соответственно, желание посещать конкретную данную точку меньше работать здесь. Вот на что, в общем-то, влияет качество работы. Конечно, туда будут приходить люди, но во вторую и в третью очередь. А это скажется на эффективности. И вот для сухого дока обычно я строю, ну здесь не построил, либо перестроил. А, где она? Автостоянку. Пару автостоянок и рядом обычно с таможкой. Качество работы еще, между прочим, от конституционного принципа зависит. Если рай для рабочих вести, то вот такие большие показатели. А при счастливом детстве как раз две автостоянки а, вам дадут на, там, ну, должны дать. на таможне 90 и на сухом доке тоже 90. И за счет этого... Туда будут в первую очередь стремиться из-за лучшего качества работы люди. И они будут максимально эффективно работать, а это одни из самых важнейших экономических зданий. Вот. Это по, по поводу бригадира. А он дает только, да, сейчас. Бригадир. Ну, просто эффективность увеличится. На 10. А вот качество уменьшится на 10. Я обычно вот этого бригадира, да, сейчас... У меня где-то должна быть плантация бананов. Ну, либо я сейчас ее просто поставлю для того, чтобы... Да, давайте, не буду искать. Просто поставлю эту плантацию. Дабы вам показать. Бананов, ну, вот здесь. Есть апгрейд. Выращивание по мелкими партиями. Оно как раз увеличивает качество работы на 20 при этом и возрастает благосостояние. Ну, то, что вырастет благосостояние, это классно. В общем-то. Но обычно я сюда еще кидаю менеджера. Ну, сейчас его здесь нет. На, по членам насти его найдем. Вот он. Бригадир. Он как раз увеличивает эффективность на 20, а качество уменьшает тоже на 20. И за счет того, что. Бананы вообще экономически не очень целесообразные, как плантация из-за того, что вырастает качество работы, все обычно стремятся сюда, но я его за счет вот этого бригадира уравниваю и еще и получаю бонус от э, повышения его эффективности как бригадира. При этом вот этот вот член династии, где он там, мне он по-любасу нужен, потому что он увеличивает глобально эффективность зданий всех ну, производственных. Вот он, бригадир, видите, династия. Так что он, в любом случае вам понадобится этот член династии, и вот для этого я его и применяю. А так просто бригадиры вам не нужны, потому что, я уже говорил, выйдет этот человек из понятия труда ресурсов. Проще лишнюю плантацию построить для таких вот менеджеров. Дальше, знаменитость. Знаменитость я как раз тут уже проверял, вот она. Эффективность гостиницы увеличится на 10. Не гостиница, конкретной гостиницы. На десятку. Так что проще. Ну. А... Или. Нет, в этом. Че я не. Вот. Видите, знаменитость. Плюс 10. И Wi-Fi тоже самое дает. К эффективности. Это не. Целесообразно, да, экономически. Потому что вот рабочий в среднем 70 дает. Эффективность один. Проще лишнюю построить гостиницу, нежели применять вот этого тупого менеджера. Дальше. Изобретатель. О, это просто тоже полная лажа. Сейчас мы на примере колледжей. Вот он, изобретатель. Базовое месячное значение. Это, я так понял, при максимальной эффективности. Больше 10 вы просто не сможете получить очков исследований. При этом, если взять тот же колледж, когда вы его в первой же, ну не в первой эре, во второй эре мировых войн построите, вы сможете сделать научные проекты, вам в любом случае колледж придется строить, который будет вам давать там 127 очков исследований, но, допустим, у меня эффективность высокая. Но даже без этого все равно там 70 или 60 очков исследований будет просто так на халяву выдавать колледж. Поэтому этот изобретатель экономически нецелесообразен, и если даже построить обсерваторию, опять же, не забывайте, что человек выйдет из понятия человека ресурсов, а если построить обсерваторию и дать ей максимальный бюджет, ой-ой-ой, вот это да, ну, еще можно академический отдел. В любом случае, Очков исследования они будут давать достаточно больше, чем вот этот вот один менеджер, который выйдет из трудовых ресурсов. Единственное, я не знаю, берет ли менеджер деньги за, бю но, за свою деятельность. Если нет, то да, тогда вы получите, считайте, менеджер не будет брать бюджет, а тут смотрите, все-таки на обсерваторию нужно приличное количество отдавать. Хотя, с другой стороны, вы получите больше исследований, и, ну, можно было бы как сделать? Кучу исследователей накидать в разные здания, при этом вы не тратите бюджета на обсерваторию. Но, с другой стороны, вам таких исследователей понадобится штук 20, чтобы вот это вот побить обсерваторию. И проще вот этих 20, эти 20 человек отправить на какую-нибудь, ну, не на эту плантацию. Да что ж? Ну, вот, например, на эту. Плантацию, которая будет приносить 600 денег и окупать бюджет той станции месяц. Она приносит 694. То и не станция, извините, а обсерватории. Короче, изобретатель это тоже полная вафля, которая не стоит того. Далее я вам должен продемонстрировать магната. Магната, который увеличивает эффективность горнодобывающих и нефтедобывающих зданий. Потому что есть еще один тип магната. Ну, я думаю, понятно, я уже говорил про то, что они выходят из понятия человека ресурса, и тоже, как шахтер, оно того не стоит. Хотя иногда, можно, знаете, для чего маг... Да, это экономически будет нецелесообразно. Магната можно применять для того, чтобы быстрее, так как шахта вырабатывает загрязнение, чтобы быстрее шахта истощилась. И тем самым вы этих людей, которые работают на шахтах, вообще перетащить куда-нибудь в другое место. Вот. И есть иногда задание, типа снести шахты, но я обычно их не сношу, чтобы потом не перестраивать. А жду, пока они истощатся, и сами себя уничтожат. Вот для этих целей можно вот этого магната применять, тем более он дает большую эффективность, чем среднестатистический менеджер. Хотя есть там и другой хороший менеджер. Я просто тут шахт не могу найти, да, у меня тут малые ресурсы, потому что на этой карте я поставил. Ладно, я думаю, тоже понятно, для чего магнат, но, но в целом не для чего. Вот, такая же тупая балалайка. Дальше есть общее, где он. Эффективность военных зданий на 10. Но этот работает, получается, только на военное здание. Менеджер. Вот он, общее. Вот, видите, генерал дает к эффективности плюс 10. Можно туда же закинуть, ну, вместо генерала, например. Ну, вот здесь 175. А, здесь нельзя. Ну, я найду сейчас, подождите, где-то вот здесь должна быть, вот она, армия. Стандартного администратора или магната. Стандартного здесь, наверное, не будет. Или финаль... Нет, доход. Блин, у этого нету соответствующих менеджеров. А, ну может быть даже вот так. Давайте так. Бригадир тоже самое может дать эффективность. И вот это вот общее... Да это типа чисто для военных зданий, но по большому счету можно любым менеджером, который увеличивает эффективность, его заменить. Так что полная балалайка. Такая вот тема. Далее, скряга. Вот скряга может быть интересен. Тут даже, видите, третьего уровня сидит. В некоторых моментах, сейчас объясню, при каких. Бюджет — это скряга тип первый. Есть еще вроде тип второй, который швейцарский счет увеличивает. Сейчас до него тоже там дойдем. Он должен быть. Так вот, конкретно скряга бюджет управляемого здания уменьшает на 10%. Его эффективность все равно остается смутной, и из вообще всех зданий это, пожалуй, только дом моды, потому что дом моды бюджет требует, да, Тысячу. и аптекарская компания 1260. Какое-нибудь такое же здание найти очень сложно, которое столько же будет выжирать бюджета. При этом аптекарская компания, несмотря на то, что жрет столько бюджета и требует всего 6 человек, выдает достаточно хорошую прибыль. Соответственно, нужно ли уменьшать ему бюджет или проще поставить еще одну аптекарскую компанию и в целом они будут выдавать вам все таки прибыль вопрос хороший но я как тут думал хотя не вот здесь например аптекарская может выдавать ну эти значения не постоянно они постоянно колеблются это не среднестатистические и сколько средняя статистика прибыли тоже выяснить сложно но в чем фишка скряги он уменьшает бюджет и соответственно уменьшает себестоимость товара при этом э опять же, его только вот в аптекарской компании или в доме мой, ты стоит применять. Если вы построите лишний завод, если, ну, что лучше, построить лишнюю, например, аптекарскую компанию, если у нас их четыре, на примере, да, аптекарская компания, постараюсь это объяснить. Допустим, у меня вот эти вот текстильки, это тоже аптекарские. Либо мы строим седьмую аптекарскую компанию, которая нам приносит лишнюю прибыль в тысячу, либо, но дорога может стать более забитой. А из-за этого увеличатся логистические издержки, потому что машины будут дольше добираться до порта. Но если мы вместо этого закинем, скажем, 6 скоряк в аптекарскую компанию, мы товаров будем, конечно же, производить меньше, но себестоимость этого товара будет меньше, а вот цена останется той же. То есть мы окажемся все-таки в прибыли. Но мы будем, опять же, получать большую прибыль за счет э, меньшей стоимости товара, за счет э, меньшего э, содержания по бюджету и выплаты рабочим. Вот в чем э, фишка скряги. Но эта эффективность крайне сомнительна, но может тем самым да, меньше, ну, уменьшить нагрузку на дороги. Можно ради этого попытаться это применить. Но, опять же, это очень сомнительная... Фишка. Ну, против лишней постройки одной аптеки, которая будет, да, выгружать товар. Но ты зато сможешь за счет большего количества товаров тоже делать больше денег. Вот тут можно поспорить, но, опять же, я говорю, очень призрачная вот эта вот будет экономическая целесообразность. Назовем ее так. Но можно. А, опять, но очень аккуратно. Далее по... Ай! У меня что-то там упало. Нам надо будет перейти, наверное, в другой сейф, потому что здесь тактика нет. Да, здесь есть такие проблемы, что не все менеджеры отражены, а всего 4, может быть, вкладки менеджеров, которые пост. А, и да, между прочим, менеджеры обычные. Пожалуй, стоило вообще с этого начинать. Вот эти вот все обычные менеджеры, за исключением членов династии, они со временем умирают. И они пропадут из этого здания. Ну, я же говорил, что они как человек-ресурс считаются. При обычном стечении обстоятельств со временем, если рабочие уходят, да, там на пенсию, можно найти иногда пенсионеров. Ну, бывает, да, здесь такой вот значок пенсионера. Он скоро уйдет на пенсию. Вот. Если, ну, ваши члены династии живут бесконечно, поэтому они будут всегда давать этот бонус. А менеджеры иногда будут, ну, умирать. Поэтому за ними придется еще и следить. Вот в чем такая тоже проблема менеджеров. И этот некий дебилизм. Ну, не, вообще логично, что они должны умирать, да, людишки. А, но менеджеры, если появится, например, здесь сидел зеленый, то когда появится опять зеленый, он не придет на это место работы как менеджер. То есть он автоматически себя не сможет заменить. Да, вот это вот проблема менеджеров что вам придется ручной контроль осуществлять. Помимо того, что их эффективность крайне призрачна. Ладно, я должен вам показать скрягу номер два. Сейчас найдем скрягу номер два. Походу он или нет. Да, вот, его можно, по крайней мере, в этом сейве найти. По-моему, я должен был с темную игру загрузить. Ладно. Так вот, скряга номер два. Бюджет увеличивает на 5%, а украденные деньги переходят э, на счет в швейцарском банке. Можно, конечно, его применять, хотя можно, опять же, с э, таможни получать вот этот вот швейцарский счет. Видите, 400 тысяч. При этом я еще тут не так долго играл, между прочим. По мне, так таможня может решить все вот эти вот проблемы лучше всего. Но можно, если вы создадите специальную игру в песочнице, применять вот эту вот скрягу для того, чтобы быстрее пополнить швейцарский счет. И только и всего. Для чего он нужен? Тоже, надеюсь, понятно. Я галочку ставлю, и мы должны перейти к тактику. Но, походу, тактика здесь нет. Это косяк. Да, это косяк. Я порошу за косяк извиниться у меня. Да, меня извиниться. Я специально еще коверкать русский язык и надеюсь, хорошо подхожу под иностранца. Понятие иносанца. Я сказал иносанец, да? Ну, иностранцы, иностранцы. Кашу под него. Ладно, теперь по тактику. Сейчас найдем таверну. Тактика, объясню, когда вообще можно использовать. Управляемое здание на 20% лучше сопротивляется урону. Лично я полагаю, что так же, как и указ военной муштры, в случае, ну, когда вы его выпускаете, военнослужащий сразу получает бонус к урону. Хотя, возможно, это пишется вот в этой эффективности, но вот здесь, что у них урон увеличился у солдат. Но на самом деле в игре не увеличивается этот показатель. Такое тоже возможно, ибо на период военных действий у тебя морозится частичная экономика, ты не можешь, ну как частичная экономика. Я имею в виду, что военные здания ты не сможешь построить новые, пока не закончится военный конфликт. Как только военный конфликт заканчивается, ты можешь строить... Ну, башни достроится, новые армейские базы достроится. А... Ну, такая же, да, механика здесь, боев. А до этого момента они будут в статусе 99% строительства. И... Все-таки я думаю, что менеджер вот этот тактик, когда происходит военный конфликт, ты можешь его кидать на то здание, на которое идет атака в том числе на башню, чтобы оно дольше продержалось. И если повстанцы, да, очень часто бывают где-нибудь вот здесь, например, ну, здесь видно базу, ну, допустим, вот здесь вот возникнут, а от базы солдаты еще не скоро успеют прибежать, а они вот эту вот контору дальнобойщиков мочат, то вы сюда тактика закидываете и оно будет дольше продерживаться и, скорее всего, успеет прийти подкрепление. Вот для этого и нужно тактика использовать. И как только бой прошел, вы, соответственно, этого тактика обратно возвращаете в экономическую систему. Вот как нужно пользоваться. Но, возможно, и я вообще обычно без этого не запариваюсь по этому менеджеру, эту эффективность только до военного конфликта можно получить, эту эффективность. Но, опять же, я не знаю, как это проверить. Это, скорее всего, либо у разрабов нужно спрашивать, либо какие-то спецтесты проводить, что очень сложно. Но, опять же, очень-очень-очень сомнительный менеджер, <laughs> все равно. Далее финансист плюс 5 к доходу. Сейчас мы его найдем. Это надо будет другой, скорее всего, сейф загружать, чтобы объяснить его экономическую целесообразность. Доход от здания увеличился на 5%. Между прочим, даже вот эта прибыль тоже вроде увеличивается, насколько я замечал, от плантаций. Но в действительности его экономический потенциал раскрывается только вот на примере сейчас L2 игры. В очень-очень редкой ситуации с офисами. Ша объясню. даже вот банк приносит только тысячу, а вот офис может приносить 6000. При этом жрет много людей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. А он даст плюс пять процентов к прибыли. Почти что как человека ресурс себя оправдывает. Но фишка офиса в том, что они собирают деньги с ближайших домов. И вот этот офис 6000, тысяч, прошу заметить, а вот этот 3000. тысячи, потому что здесь домов вокруг меньше. И два офиса, да, если поставить, то они будут друг у друга клиентов отбирать. И вот для этого и стоит брать вот этого менеджера, который увеличит доход вот конкретно этого офиса на 5%. Вот для таких случаев его можно применять. Но это, видите, узкий случай. Или еще на автозаводе, так как автозавод приносит э, за счет четырех... Хотя проще, на мой взгляд, все-таки, наверное, второй автозавод построить. Ибо на автозаводе четыре человека выдают 7 тысяч баксов обычно. Ну, примерно в месяц. Но можно так, таким баловаться, я бы сказал, это баловаться. Ну или вот на шоколадных фабриках здесь можно увидеть. Прибыль 3500, закинуть сюда вот этого... Кто он там? Финансист, чтобы увеличить доход вот этот вот. Если он увеличивается. Вроде увеличивается. Я такое замечал. Но опять же, я говорю, очень-очень-очень скромный финансист. Стоит ли его применять? Я лично считаю, не стоит запариваться. Забить просто. Так, дальше надо с темную игру, наверное, загрузить. Профинансисты объясним, когда его можно применять, но, 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 но лучше забыть про менеджмент, в принципе, за редким исключением. Лидер профсоюза. А, у нас, кстати, я зато да, вспомнил, должен быть менеджер про загрязнение. Я вам еще что-то должен был сказать, но скорее забыл. Лидер профсоюза. Про качество работы я Лешкожаль, где он лидер? Вот он, лидер профсоюза. Качество работы увеличивает на 10. Вот это вот качество работы. В редких случаях, когда в особенности у вас нет менеджеров, можно его кидать на какие-нибудь либо заводы, чтобы туда приходили люди и там работали, тем самым, ну, например, фабрику электроники, если там качество работы плохое для того, чтобы туда приходили 100% люди и вам выдавали деньги. Хотя ну, максимальное качество и максимальная прибыль была. Хотя если вы вот так вот будете контролировать, в том числе рабочую силу распределения по острову, то в целом это тоже навряд ли понадобится. Но с сухими доками, сейчас я найду, если я здесь найду, вот он, сухой док. Вот как раз, да, тут автостояночный Может, да, возникать проблема В том числе и на таможню Распространяется бонус этой автостоянки Но он очень маленький Он примерно вот такой вот увеличение вот этого вот качества работы Но я рекомендую Ну и опять же из-за того, что менеджер умирает Проще поставить две автостоянки да, они там будут больше, по сути, выжирать денег, но, с другой стороны, стабильно качество повысится, и здесь будет максимальное количество людей. Поэтому, опять же, лидер профсоюза, в общем-то, вам нафиг не нужен. Там за редким исключением очень определенных ситуаций, когда нужно вот качество работы срочно повысить, чтобы туда приходили люди. Если из-за того, что да, в сухом доке средняя школа, вы же не пойдете полицейские участки закрывать, чтобы одобрение падало. Там же тоже нужны люди со средней школой. А если уменьшить количество людей, то, увели... то уменьшится количество. Качество эффективности. Нет, не качество эффективности, а просто увеличится. То уменьшится эффективность и увеличится преступность. Соответственно, уменьшится одобрение. Так что вот для такой ситуации можно сюда, например, бригадира, так как это очень важное здание, так же, как и таможня одно из самых важнейших и экономически офигенно целесообразных. Вот. Но, опять же, лидер профсоюза в целом вафлик, о котором можно забыть. Это, повторю, я решаю автостоянками. Двумя обычно. Далее, магнат. Эффективность плюс 10 при максимальном бюджете. Так как бюджет придется... Ну вот, а нет, это другого типа магнат. Сейчас мы его найдем. Нет, вот, эффективность при максимальном бюджете увеличилась на 10. Но в любом случае всегда логично давать максимальный бюджет по всем зданиям, за редким исключением. И в определенных только ситуациях иногда занижать, да, вот этот вот бюджет. Но его всегда лучше максимальным делать, потому что тогда будут лучше, прино... лучше работать люди и больше приносить денег в итоге это окупится. Так что магнат у вас все равно будет действовать, и магнат, да, вот эта вот эффективность, он увеличивает на 20 на максимальном уровне. В отличие от какого-то другого, по-моему, финансист, он эффективность плюс 5 дает при любом бюджете, а магнат плюс 10. Так что лучше кидать магната, он на 5 больше эффективности дает. Вот, такая вот фишечка. Но только при максимальном бюджете, который вы, скорее всего, конечно же, поставите. Что еще? А, нет, все-таки у меня есть где-то зеленый. Значит, менеджеров, наверное, всего 20. Где-то я должен найти зеленого. Сейчас постараюсь объяснить фишку зеленого. Наверное, не здесь. А, нет, вот он здесь есть. Загрязнение в регионе уменьшается на 10. У меня даже есть специальный член династии тоже. Вот она. Она еще и глобальный эффект. Я не понимаю, как четко действует вот это вот понятие уменьшения загрязнения на 10. На 10 чего процентов? На 10 пунктов? На 10 процентов больше? Или они как очистная станция работают? То есть очистная станция, где описание, оно снижает уровень загрязнения в районе. Постепенно. А здесь уменьшение, ну, написано, да. Сейчас, найдем это зеленого. Уменьшается. Тот снижает, то есть он постепенно снижает, наверное. А этот может быть вообще на 10 баллов, уменьшает и все. Если было, например, загрязнение в 100 единиц красные, ну, допустим, да, вот это вот. Ты его сразу поставил, и он сразу его уменьшил. И все, и больше не будет понижать. То есть он как до определенного момента, или он постепенно... Э, то есть начинает понятие, как постепенное снижение, да, как очистная станция работать, постепенное снижение загрязнения, если ему достаточно, если не так много заводов вокруг соответственно, очистная станция может переработать достаточное количество мусора. Или все-таки она вот чисто вот какой-то определенный показатель снижает. Понять сложно, но я считаю, что, скорее всего, так же, как и очистная станция работает, то есть на уменьшает постепенно количество загрязнения. Или имеется в виду, да, что я под загрязнением. То есть снижает загрязнение в регионе на 10%, но ну, на 10, это значит, меньше загрязнения в регионе вырабатывается на 10%. Может быть, вот так вот считается, что этот менеджер выдает. А может, он именно как очистное сооружение работает, в том числе. И это обозначает, что если вы поставите кучу вот этих менеджеров, и я обычно так и делал, и вроде оно все-таки как очистная станция работает, то загрязнение будет уменьшаться в регионе. И вместо очистных станций, потому что на очистных станциях, в общем-то, довольно много народу нужно тратить, и в том числе им бабки платить, можно их да, кидать на эти автозаводы, уменьшать тем самым загрязнение, чтобы уровень не увеличился. Я думаю, что это вполне интересно, потому что бонус этот действует на регион. И как я уже говорил, все, что действует на регион, э в целом целесообразность можно найти. И последний — это наставник, и, скорее всего, и... а, нет, он здесь тоже есть. Услугам. Так вот, наставник увеличивает эффективность, последний менеджер, соседних зданий на плюс единицу. Да, это мало, но смотрим на вот этот вот тавернизованный, точнее, смотрим на этот тавернизованный комплекс или комплекс Товерн. Если сюда, я вам даже покажу, мне несложно, закинуть наставников, то бонус, конечно же, смешной. Это единичка по сравнению с тем, чтобы построить лучшую пару таверн. Но, сейчас мы проверим. Так как наставники еще и складываются, и на вот это вот все действует. Даже, наверное, до сюда добивается, нет? Но вот видите, здесь наставник работает. При этом они где-то здесь. Я их поместил. Ну да, где-то здесь. Там, если что, радиус найдете сами. То из-за того, что их бонус эффективности работает на вот такую вот большую довольно зону, в них есть смысл. Но только вот таких вот комплексных вот здесь, да, наставник, и добивает аж до отсюда. И на вот все вот эти вот таверны, на эти все заводы, они распространяют свою эффективность. Да, где-то вот дать сюда. Это где-то в общей сложности, ну, можно добиться примерно там плюс 50-60 к эффективности. А чем лучше э, работают таверны, тем больше они будут давать прибыли. И, соответственно, как э, так, 265, да, эффективность. А так один рабочий примерно, ну, 90, да, эффективность. Но за счет того, что он на большую площадь работает, то он может эту эффективность окупить. Как один рабочий. Хотя тоже, опять же, довольно сомнительно. Но тут же еще и в том числе Дом и Мод работают. Ну, такой вот довольно все-таки с... сомнительный наставник. Хотя он, ну да, вот до отсюда не уже не до... Да, до этой уже не добивает. Но я их иногда применяю, тем более, тем самым можно меньше логистический маршрут за счет них Уменьшать движение вот здесь вокруг. За счет того, что меньше будет таверн в целом. Ну, я так, опять же, подозреваю. При этом таверны будут лучше приносить деньги или что-то вот в этом духе, типа дельтапланов. Или если вы кучу заводов каких-то маленьких настроите. Но можно постараться, да, уменьшить количество машин на дорогах. За счет вот этого наставника. Но только вот комплексе. От него есть хоть какой-то толк и возможная рациональность. Но опять же, крайне сомнительно, потому что один рабочий равняется где-то там до 90 эффективности или даже до 50 в этих тавернах. Ну и, повторю, только в комплексе. Надеюсь, да, не особо вас убил, вам понравился этот гайд. Если у вас есть вообще какие-либо вопросы по гайду, именно по гайду, то вы можете их задать в системе FuckYou. Это с английского там аббревиатура, переводится как часто задаваемые вопросы. Вот, если у вас есть такой какой-либо вопрос именно по гайду, вы можете заглянуть в описание и посмотреть в этой системе FAQ. FAQ. Если задавался ли там этот вопрос? Вот Потому что если какой-то задавался, и я на него ответил, то он попадет туда. Вот. Такое вот объяснение. А если у вас какие-то есть вообще вопросы по игре, не, ну можете, конечно, их задать. Но желательно посмотрите, пожалуйста, все гайды, прежде чем их задать и отнять мое время, как я сейчас у вас отнял своей халтурной работой. Ну, мне это можно, мне пришлось снижать качество работы. Почему? Ну, потому что это экономически нецелесообразно. Играш тоже про экономическую целесообразность. Ну, вот мне экономически уже нецелесообразно создавать хороший контент. Ну, да, немножечко пожалуюсь. Вот. Ну, можете мне задать, но я могу вас потроллить немножечко, если я посчитаю, что надо бы потроллить в особенности, если также будет и написано мне. Вопрос будет также задан. А я на него еще и где-нибудь отвечал в каком-нибудь гайде, а ты, гад такой, не посмотрел, не посмотрел и решил отнять у меня время. Во как. Или тем более не понял, хотя я все четко объяснял. Да, наверное, слишком много говорю, но вам, конечно же, спасибо за просмотр. Аригато, суки, И вы, да, сейчас еще раз повторю, вы все уроды. Вы все просто такие уроды, что я вас всех просто так люблю. Ведь по-польски урод, ну, урода, это красавица. Ну, либо получается красавец, красавцы. Так что вы все красавцы. А если вы подумали, что я сказал урод как урод, то вы неправильно меня поняли. Я говорю, что вы уроды от слова уродились по-польски. Они а уроды от слова уродились в отрицательном значении. Языки это весело. И да, Спасибо за просмотр. Всего наилучшего. Уроды!